Так, ребята, всем привет! Сейчас мы находимся на военном кладбище Киева. В таком оно состоянии. Тут хотя есть и фонарик, но без фонарика будет тускло. Очень. Вот так в свинах. Тут я был и днем гулял, конечно, прогуливался. Ну и пришел с Серегой, так сказать. Здесь еще раз я смотрю, чтобы пойти куда-то в хащи. Основном тут тропа, в общем, есть. Посмотрю. Думал, подклад какой-то. Вот, военный похоронен. Золотарев Сергей Миронович. Форма военная. Видите, как она здесь выглядит. Собственно, вот 2014 год, гляньте, смотрите, вот хоронят. Я думал, тут в основном старенький он офицер похоронен. Я не могу поближе подойти из-за кустов. Вот, ребятки, ну такое милое тут место. Инженер-полковник Брянцев. У нас это, возможно, банка, чтобы поливать цветы. Видите, в каком состоянии, все заросшее здесь. Все же атмосферное. Вон, кстати, виден обелиск старинный. Надо Сереге сказать. Обелиски в последнее время редко попадаются. 1964 год. О, ребята, вот такие имена. В основном такие вот. Ух, мне что-то, ребята, я и шел. Голи, дерево повалило как. Смотрите. Семейство похоронены. Зикиевы. 68-й год. Вот, ребята, тут дерево, смотрите, как повалило жестко на могилы. Никто не убирает. Вот. Видите, как. Только непонятно, откуда она упала. Смотрите, вот дерево, вот. Именно откуда она упала. Такое ощущение, что ее специально так положили. Жестко выглядит. Вон обелиск старинный находится. Сейчас проберусь. Блин, паутина так в глаза тут лезет. Явно, что тут давно никто не ходил. По паутине можно судить, какие места более. Вон семейство Макаровых похоронены. 97-й, 15-й, 18-й год. Нет, тут хоронят. Я думал, это уже кладбище полузакрытое. Но нет, ребята. Сейчас буду искать. Выйду сейчас. Главная аллея тут. Так, главное найти вот Серегу. А вон он, вроде Серега там. Слышно по голосу.
Да, вон ходит. Я ее чуть-чуть потерял. В кусты зашел. О. Вот, ребятки. Сейчас посмотрим, что здесь у нас. Ну, какие-то пакетики мне сдали, показалось, что это противогаз лежит. А вон старинный такой обелиск. Смотрите, какой классный, со звездой такой. Действительно старинный. Но уже ничего не видно. Не видно уже, но видно, что старенький такой, со звездой. Вот решили мы выбраться, погулять. Там шумит трасса очень сильно, извиняюсь, он по две стороны, между дорогами находится это кладбище. И Миронов Михаил Григорович. Видите, офицеры тут, пилоты, инженерные войска. В общем, с этих родов войск, с разных родов войск похоронены здесь офицеры. Вот. Не знаю, куда я иду, но показываю вам еще один обелиск. В принципе, он. Сейчас встанем как-то аккуратненько. Вот. Фотографии нету. Такая вот звезда здесь. И тут похоронен полковник Максимов. Еще 1976 год. Такие вот бюсты. Собственно, сейчас почаще выпускаю видосы, настроение поднялось, не такой загруженный график, вот, ребята, поэтому. Видимо, мусорный бак такой. Так, вот все. Сейчас подойдем поближе, посмотрим, что это там вдали. Фотографии какие-то. Видимо, свежая могилка. Вот. Засвечит. Ребята, вот так вот. Семейство. Да, захоронили либо семейство, либо нет. Сейчас Василюк, голова. Нет, вроде не семейство. Да, вот такое военное кладбище в Киеве находится. Вот. Кстати, ночью тут редко. Я тут не бывал, на Кьяновском закрывает кладбище, а вот здесь нет. Чувствую, что кто-то бродит рядом. Это всего лишь какие-то просто звуки. Вот такие вот сосны красивые такие. Вот. Но с тем деревом непонятно, как оно там попало. Странно вообще. Почему так оно валялось? Ребята, бойко. Дважды герой Советского Союза и генерал-полковник Бойко. Довольно чистенькое такое кладбище. В принципе, сейчас буду к Сереге идти. Посмотрим. Спрошу у него кое-какие
вопросы. Да, конечно.